Сегодня было два пикета. Один за отставку мэра столицы Нила Ушакова, второй просто за Нила Ушакова. Чья взяла, расскажет Даниил Смирнов. Митинг в защиту действующего мэра Нила Ушакова начался в 12:30, непосредственно у входа в городскую ратушу. Те же, кто выступал за его отставку, собрались на полчаса позже возле статуи Роланду. Протестующих отделял полицейский коридор. В поддержку действующего мэра пришли до 1000 человек. Они скандировали слова поддержки и развернули плакаты. Пришли, чтобы поддержать нашего мэра, самого лучшего мэра, который вообще за все время существовал, за всю новейшую Латвию. Потому что он сделал дороги, он сделал садики, он сделал жилье тем, которые по помойкам люди меньше стали лазить, потому что люди живут и что-то получают. Это единственный человек, плоды труда которого можно увидеть. И это не только можно увидеть, но и ощутить в своем кошельке. Противники мэра поначалу не могли похвастаться такой многочисленностью. Сюда свезены на автобусах работники Рижского домоуправления, Рига Сатексма и профсоюзов. Те деньги, которые рижане платят, оседают в этих компаниях. Рижский мэр раздает эти деньги своим работникам, поэтому их и свозят сюда на автобусе. Вскоре к людям вышел глава города. Мэр столицы категорически отверг утверждение оппозиции о привезенных демонстрантах. Скажите мне хотя бы одного работника Рижской думы, которого силой заставили сюда прийти. Ну а в том месте, где должны были выступать за отставку мэра, мы застали странное зрелище. Я пришел, чтобы отстоять Ушакова, потому что он единственный мэр, который что-то дал Риге. Потому что мы, как латыши, так и остальные, живущие здесь, видим, как Рига строится. Земель Блазму отстроили. За какие деньги? За твои деньги. Однако со временем и оппозиция набрала силу, ее ряды пополнились. Люди стали требовать отставки главы города. Мне он не нравится. Нилу надо взять на себя ответственность за произошедшее в Золотуда и за свою позицию по отношению к латышам в этой стране. Потом протест перекинулся и на пленарное заседание Рижской думы. Полиция стала выводить возмутителей спокойствия. Оппозиционные депутаты, видя, как быстро редеют ряды протестующих на балконе, потребовали перерыва. Впрочем, документа с подписями за отставку мэра, который обещала представить оппозиция, сегодня так и не последовало. Не было созвано и экстренное заседание Рижской думы по этому вопросу. Даниил Смирнов, Андрис Дамбурс, Рой Бранс, телекомпания ТВ5.